Это была эпоха фараонов, эпоха пирамид, эпоха богатства и эпоха нищеты. И пока великий фараон правил своим царством, рабы его, евреи, это царство создавали. И было их так много, что страх закрался в сердце фараона. Эти евреи, сыны Израиля, не нравятся они мне. Совсем не нравятся. Совсем. Ужасные люди. Совсем не такие, как мы. Их слишком много. Они могут собрать войско. И постараются нас свергнуть. Пожалуй, пора сократить их число. Мой указ. Пусть работают больше и больше, пока не свалятся. Писы! Писы! У нас указ великого фараона! Но рабы выжили, и фараон их все еще боялся. А им хоть бы что! Пусть работают еще больше! Я сломлю их волю! Я их усмирю! Я их покорю! Так сказал мне бог Ра! Позвать стражей! Пусть соберут всех еврейских младенцев и бросят их в Нил на растерзание крокодилам. Тогда эти рабы узнают, кто фараон, кто их бог, и будут бояться меня, и поклоняться станут мне, бессмертному фараону. Стражи! Стражи! Но пришел в ту землю дух от Бога, и Бог не оставил детей своих без помощи. Жена Амрама родила сына. Она не могла допустить, чтобы он умер. Мой сын будет жить. Мы его прячем уже 3 месяца. Даже не знаю, сможем ли еще. Мы сплели для него корзину, верно, Мириам? Да, отличная корзина. Она может плавать. Я тоже плела. И ты нам помог, Аарон. Он может спастись. Спастись от фараона. Открывайте! Мириам, Аарон, скорее прячьте братика. Скорее. Может быть, мы слишком громко пели. Я сейчас все объясню. Ну ладно. Но я должен быть с ним, чтобы его защищать. Ночью Богу это не нужно. А что же тогда ему нужно? Чтобы ты подождал. Вы еще будете вместе. Когда-нибудь ты его защитишь. Бог говорит с каждым из нас. Надо только его слышать. Однажды его услышишь и ты. Да хранит тебя Бог, мой сынок. Никто не тронет моего маленького братика.
Это дочь фараона. Юная принцесса. Принеси мне ту корзинку. Что я ей? Рыба или пловчиха? И сама могла бы взять. Он из еврейских детей. Но теперь он мой. Боги послали мне сына. И о нем еще узнают, как о моем сыне и повелителе людей. Мы достали его из воды, и имя ему будет Моисей. Ваше Величество! Что, дитя? Можешь подойти ко мне? Видно, что смышленный. А вам не нужна няня? Ну что ж, пожалуй. Да, нужна. Есть у меня одна на примете. Так приведи ее ко мне. Это будет наша тайна. Ты предназначен для великих дел, Моисей. Я знаю это сердцем. Мой сын. Променад Пикчерс and Ten Chimneys Entertainment представляют. Ху-ху Studios and In Animation Production. 10 заповедей. Кристиан Слейтер, Альфред Молина, Элиот Гулд. Текст от автора читает Бен Кингсли. Автор сценария Эд Неха. Композитор Рек Пауэлл. Продюсер Синди Бонд. Продюсер и режиссер Джон Стронах. Режиссер Билл Бойс. Почему ты не сдаешься, Моисей? Тебе меня не одолеть. Я никогда не сдаюсь. Надо тебя научить. Смотри, как борется принц. Рамзес, разве так себя ведет будущий властитель? Нет, отец. Моисей, тебе не суждено править Египтом. Но ты все же принц и мой внук. Веди себя, как подобает принцу. А ты, Рамзес, мой сын, будущий фараон. Ты меня огорчил. У тебя есть обязанности.
Ты отвечаешь за памятники. Идите во дворец. Оба. Брат, я не хотел навлечь на нас беду. Ты всегда навлекаешь беду на меня. Мне это уже надоело. Мне очень жаль, Рамзес. Когда-нибудь ты и вправду пожалеешь. Вот увидишь. Тебе нравится, отец? Отличная работа, сын мой. Спасибо, отец. Многолетний рабский труд стоит того, если ты доволен. Я единственный настоящий принц в доме фараона. Воистину так. В глазах египтян ты всегда будешь богом. Благодарю тебя, сын мой. Давай я тебе помогу. Нет, ваше высочество. Если фараон узнает, что принц... Сделал доброе дело. Едва ли он рассердится. Когда-нибудь вырастет славное дерево. Да, ваше высочество. Спасибо вам, ваше высочество. Нет, не надо! Поднимайся, лентяй! Не то дух из тебя вышибу! Поднимайся! Стой! Прекрати его бить! Перестань! Не смей его обижать! Тебе-то что за дело? Я всегда бью этих псов! Таков закон этой земли! Несправедливый закон! Это человек, а не пес! Цивилизованные люди не бьют даже псов. Так не годится. Надо преподать тебе урок. Что, убьешь фараонова внука? Убью любого, кто смеется над его законом. К тому же по виду не скажешь, что ты его внук. Я убил его. Беги, юноша. За такое дело фараон тебя казнит. Но я ему все расскажу. Он мой дед. Вовсе нет. Я тебя знаю. Ты Аарон, сын моей няни. Она не няня. Она твоя мать. Я же принц Египта. Ты не помнишь? Река, корзинка, покрывало, которым она тебя укутала. Порой мне это снится, но... Все так и было. Значит, дочь Йохавит, Мириам... Твоя сестра и моя сестра. И мы с ней любим тебя. А теперь спасайся. Нет, я же принц Египта. Зачем мне лгать? Поверь мне, Моисей, поверь. Ты сердцем чувствовал всегда, что ты другой. Разве не так? Ну да. Только... Садись на осла. И спасайся, пока не поздно. Но... Как же ты? И Мириам? А моя семья? Мы выживем. Не бойся. Мы не пропадем. Надень и уезжай. Немедли. Стой! Именем фараона! Вот и стражи. Мы еще увидимся, брат. Я знаю. Я это чувствую. Эй, ты! Стой! Преступник! Убийца!
Стой сейчас же! Стой, убийца! Да хранит тебя Бог, брат мой. Убийца! За ним! Живо! Надо заманить его на площадь! Стой! Стой! Вот он! За ним! Скорее за ним! Нет! Я все объясню! Ты больше не принц Египта, Моисей. Как же так, Рамзес? Ведь фараон... Он даровал тебе жизнь. Я бы не стал. Вот твой жезл. Теперь ты принц пустыни. Уходи из Египта, Моисей. Будь принцем скорпионов, саранчи и грифов. Мне жаль, ослик, что я впутал тебя в это дело. Вода? Ты чуешь воду? Подожди меня! Стой! Подожди! А ну-ка, женщины, с дороги! Но мы пришли сюда первые. Наших коз мучает жажда. Прочь, не то будет худо. Женщины пришли первыми. Или ждите, или разбирайтесь со мной. Убирайся! Для фараона я мертвец, а мой ослик дурного нрава. Почему бы вам не уйти? Пусть женщины напоят овец. Нам нечего терять и нечего бояться. Убирайтесь. Хочешь, мы дадим тебе воды? Для меня это честь. У тебя есть имя? Да, Моисей. Я Сипфора, дочь Иофора. Ты еврей? Нет. Да. Я чужак в чужой земле. Идем. Мой отец отблагодарит тебя за помощь. Так Моисей поселился в земле Мадиамской и пас овец у Иофора. Он отдал ему в жены Сипфору, свою дочь. Она родила ему двух сыновей. Моисей был счастлив. А в Египте... Сыны Израилевы стенали от непосильной работы, и услышал Бог стенания их, и избрал Моисея, чтобы он избавил их от рабства. Что, нравятся эти цветочки? Только все не ешь. Ты же не хочешь, чтобы живот разболелся? То-то. Только бы с ним ничего не случилось.
Надо за ним проследить. Малыш, будь осторожен. Никогда еще такого не видывал. Надо подойти поближе. Похоже, малыш, у тебя больше здравого смысла, чем у меня. Куст не сгорает в огне. Когда же Моисей приблизился, Бог воззвал к нему из огня. Моисей! 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 Я здесь, перед тобой. Сними обувь свою, ибо стоишь ты на святой земле. Я снял ее. Господин, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Увидел я страдания народа моего в Египте, услышал я вопль сынов Израилевых, ибо знаю их скорби. И я пошлю тебя к ним, Моисей. Ты освободишь их, и вы совершите служение мне на этой горе. Господи, кто я такой? Разве я справлюсь? Когда я приду к ним и скажу, что послан Богом, они спросят меня, как его имя? Что мне им ответить? Как мне быть? Я есть сущий. Так и скажи, сущий послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и они тебе поверят. Иди, и отныне я буду с тобой. Боже, моих слов им будет мало. Брось жезл свой на землю. А теперь возьми ее за хвост. Положи руку себе за пазуху и выни ее. Моя рука, что с ней? Снова положи ее за пазуху и выни ее. Покажи им эти знамения, и они тебе поверят. Передай им мое повеление, и они пойдут за тобой из Египта и придут на эту гору. А потом ты поведешь их в землю, где льется молоко и мед, и это будет их земля. Господи, я верю тебе, но тяжело мне говорить. Я косноязычен. Пусть твой брат Аарон поможет тебе. Делай то, что я сказал, Моисей. Я буду с тобой. Тебе пригодится вот это. Прошу тебя, не оставляй нас. Бог говорил со мной. Я должен идти. Мы когда-нибудь увидимся? Несомненно. Главное, верь. Мы верим, Моисей. Мы верим. Thank you.
Кто здесь? Есть тут кто-нибудь? А ну, выходи. Моисей, это ты? Покажись. Моисей. Аарон? Брат мой, как ты узнал? Во сне Бог велел ожидать тебя здесь. Брат мой, это был не сон. Нам нужно делать то, что он сказал. Мы пойдем к фараону. Сейчас там новый фараон. Надменный и злобный. Властелин над рабами. Когда-то ты называл его братом. Рамзес, я не видел его много лет. Едва ли он захочет тебя видеть. А про сон я поведал всем нашим. Они знают, что ты приведешь их в землю, где льется молоко и мед. Ты их избавишь от плена и принесешь им свободу. Аарон, я рад, что ты со мной. Мне нужна будет помощь. Я всегда буду рядом с тобой, Моисей. Благодарю тебя, брат мой. Переночуешь у нас, Мириам. Завтра у тебя много дел. Маленький братик, ты вернулся домой. Добро пожаловать. Жаль, что до этого дня не дожили наши родители. Хорошо вернуться домой, Мириам. Наконец-то я дома. Моисей, добро пожаловать. Рады тебя видеть. Тебя хотят видеть старейшины. Пошли. Мы все хотим узнать, что сказал тебе Бог. Я пришел, чтобы увидеть фараона. Фараон не общается с евреями. Убрать с дороги этот сброд. Моисей? Рамзес, у меня неотложное дело. Я пришел как посланник Бога. Моисей убийца. Моисей трус. Моя сестра умерла, оплакивая тебя. Мне очень жаль. Ты всегда был лишь жалким подобием принца, Моисей. Есть только один принц Египта, а теперь он фараон. От тебя воняет овцами. Пусть подождут, пока во дворце не воскурят благовония. Ну что ж, по крайней мере, мы добились встречи с фараоном. Так мне было сказано. Бог Израиля сказал: «Отпусти народ мой». Что ты, Моисей? Хочешь, чтобы я отпустил евреев? Просто так? Лишь потому, что так хочет Бог, о котором я не слышал и которого не знаю. Ты слишком долго был в пустыне. Посмотри на себя. Одежда твоя изодрана, жезл потрескался. Ты меня растрогал, но ты всегда это умел. Убийца. Трус. Мошенник. Что же касается Бога, то Бог Египта — фараон. Другого нет. Покажи ему. Покажи знамение. Узри же могущество Господа Бога нашего. Отец? Это всего лишь фокус. Посмотрим, что дальше. Даже мои чародеи могут справиться с твоим богом. Наши чародеи сильнее. Hear me.
Слушай меня, фараон. Господь Бог повелевает. Отпусти народ мой. Передай своему Богу, что фараон не отпустит рабов. Они и так ленятся. А ты еще хочешь, чтобы я их отпустил? Скажи своему Богу, что я добавлю им работы. Больше никакой соломы для кирпичей. Пусть ищут себе сами. А кирпичей должно быть столько же, как обычно. А если не сделают, то умрут. Умрут в конце дня. Передай это вашему Богу. Самоуверенный болван. Отец! Он просто зануда. Тебе не о чем беспокоиться. Тех, кто не наделает кирпичей, на закате казнят. Надо больше, больше кирпичей. Еще больше. Что такое? Тише. Сними Дафан. Он доносчик фараона. У фараона есть доносчики из евреев? Тебя долго тут не было. Ну что, доволен? На нас теперь взвалили еще больше. Они нас тут угробят. Ты сделал только хуже. Иди к фараону. Проси прощения. Скажи, что ошибся. Может, ты неверно понял Бога? Может, ты заблуждаешься? Иди к фараону. Скажи, что был неправ. Мы не просили тебя о помощи. Иди прямо сейчас. Извинись. Иди. Моисей. Моисей. Дафан, свои нужды ты ставишь выше Божьей воли. Божья воля? Опомнись, Аарон. Бог нас оставил. Господи, я сделал все, как ты мне повелел, но стало только хуже. Моисей, снова иди к фараону. В глазах его ты уподобишься Богу. Возьми свой жезл и простри руку на реку. Ты приумножишь чудеса в этой земле. Так они узнают, что я Господь. Фараон, Господь повелевает тебе отпустить его народ. Снова этот бог трюкачества. С дороги, Моисей, не то я тебя раздавлю. Узри же его могущество. И Моисей сделал так, как повелел ему бог. На глазах у фараона он ударил жезлом по воде, и вся вода в реке превратилась в кровь. Во всей земле египетской вода обратилась в кровь, и река засмердела, а рыба издохла, и египтянам было нечего пить. Еще одно неуклюжее волшебство? Отлично. Ты отравил воду. Но зачем мне вода, если есть вино? Сердце твое ожесточилось, фараон. Но Бог мой сильнее. Он научил меня, что делать. Я докажу тебе, что он единственный истинный бог. Фараон, брат, отпусти мой народ. Не то пострадает твой, и многие умрут. Довольно. Фараон, вот единственный бог, которого ты должен бояться. А кто умрет, так это ты. И ударил Моисей жезлом твердь земную, и вся она сделалась насекомыми. И чародеи фараона оказались бессильными, и были насекомые на людях и на скоте. Господи, фараон слушает, но не слышит. И вышли из реки жабы, и покрыли землю египетскую, и вымирали в домах, и собирали их в груды. Жабы? Их наслал на нас Бог Моисей, нам на мучение. Только и всего жабы! А
потом прилетели несметные полчища мух, и засмердела земля, и скот стал вымирать. Мухи — это чепуха, Моисей. Моисей сыграл с нами злую шутку. Точно. Злая шутка, и все. А потом египтяне поражены были язвами. И пострадали только дети Израиля. Это перст Божий. Мы позвали сюда Моисея. Он сейчас здесь. Быть может, фараону говорит Моисея, чтобы его Бог оставил нас в покое. Я Бог. Всегда помните об этом. Да, фараон, прости нас, фараон. Язвы хуже, чем мошки и пёси, и мухи. Они правы, фараон. Все это прекратится, коль скоро ты исполнишь Божью волю. Отпусти народ мой, освободи его от рабства. Уходи, не то умрешь. Но фараон его не слушал. И тогда простер Моисей руку свою к небесам, и Бог послал на землю гром и град. И огонь разливался по земле. Потом напала на землю саранча и поела весь урожай. После этого сгустилась над Египтом тьма. И покрывала она землю 3 дня и 3 ночи. Свет был только в жилищах евреев, и все зеленые посевы погибли. Прошу тебя, фараон, позови Моисея. Его Бог уничтожает твое царство. Посевы гибнут, скот вымирает. О, фараон, позови Моисея. Приведите Моисея. Отврати от нас эту напасть. Рамзес, когда же ты увидишь, что все это по воле Бога нашего? Он повелел тебе отпустить мой народ. Ты уже знаешь, что Бог может сделать. Не думай, что ты сильнее его. Кто он, этот ваш Бог? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Его имя? Как его имя? Яхве. Не знаю такого имени. Не знаю такого Бога. Если не хочешь видеть гибель народа своего, покинь этот дом. Господь наведет еще одну казнь на Египет. Полночь пройдет он по царству твоему, и умрет каждый первенец. От первенца вельможи до первенца рабыни. Уцелеют лишь дети Израиля. Завтра ты отпустишь нас отсюда, когда весь народ твой будет стенать, вопрошая, почему не внимал фараон словам Господа Бога? Я изгоняю тебя. Изгоняю. Если снова увижу, убью. Я буду оплакивать потери твои, о Рамзес. Прощай, фараон. Отец, я ведь твой первенец. Мне страшно. Не бойся. Этот человек ничто. И Бог его ничто. И народ его ничто. Почему же мне страшно? Тогда Моисей созвал всех старейшин Израиля и сказал им: Бог говорил со мной. Сегодня мы отправимся в землю обетованную. Этой ночью ешьте только пресный хлеб и мясо ягненка. И пусть каждый из вас возьмет кровь ягненка и пометит двери дома своего, и не выходите до утра,
Ибо ночью придет Господь Бог наш. Он пошлет на Египет губителя, а вас защитит от него. Смерть минует дома ваши, если двери их будут помечены кровью ягненка. Когда же мы покинем эту землю, мы будем вспоминать эту ночь. И она станет у нас праздником Пасхи. И народ сделал все так, как повелел ему Господь. Смерть прошла мимо нас. Слава Богу. Да. Но жаль первенцев египетских. И в полночь все было так, как предсказал Моисей. В Египте погибли все первенцы. Смерть не пощадила ни одну семью. И был великий вопль по всей земле египетской. Нет! 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 О, великий бог Ра! Только не моего сына! Только не его! Найдите Моисея! Приведите ко мне Моисея! Моисей! Не пострадали лишь евреи, живущие в Гошине. Друг мой, мне очень жаль. Ты мне не друг. Не говори мне ничего. Уходи. Забирай свой народ и уходи. Берите наше богатство. Мне все равно. Мы уйдем. Наши сыновья и дочери, юноши и старики, и наши стада уйдут вместе с нами, ибо мы узрели, что Господь Бог наш, Бог живой. Моисей, я не забуду того, что ты сделал с моим царством и со мной. Бог благословил тебя, брат мой. Бог благословил нас всех. Запомни этот день. Ибо ныне рука Господня разорвала цепи рабства. Что? Какое счастье, что я сберегла тогда твою корзину. Той ночью ты сильно кричал. Как знать, если бы не было тебя, Бог не избрал бы меня. На то и нужны старшие сестры. Бог действует и через нас. А куда мы идем? В землю обетованную. А где она? Не знаю. У нас нет карты, чтобы по ней сверяться? Нет. Но как же мы пойдем? Он нас направит. Я верю, что он приведет нас туда. А
Господь шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им. Вперед! За ним! Тут разобьем стан. Моисей, Бог сказал тебе, как мы перейдем через море? Не совсем. Об этом пусть лучше и не знают. Угодья наши гибнут. Дома не отстраиваются. Некому пасти наши стада. Зачем вы освободили этих рабов? Вы и сами приказали, великий фараон, когда их бог убил всех наших. Я был глупцом. Это была минутная слабость. Как я мог позволить Моисею и его богу так себя запугать? Есть лишь один бог, фараон. Я единственный бог. Снарядите колесницы. Мы догоним евреев. Тех, кого не убьем, возьмем в плен. А Моисея? Моисей мой. Я сам хочу увидеть его смерть. Или брать в плен. Там фараон. Фараон с его войском. Их несметная туча. Что ж ты за вождь? В каком смысле? Это ведь самоубийство. Да, привел нас в пустыню умирать. Я всегда говорила, что ты сам не знаешь, чего хочешь. Всегда. Привел нас в ловушку. Как нам биться с фараоном? Довольно. Собирайтесь. Мы выступаем. А фараон? Мы не можем с ним биться. Господь будет биться за вас. Что же Бог сказал ему? Уверен, что мы скоро это узнаем. Моисей. Моисей, теперь ты мой. Слушать мою команду. Вперед! Никакой жалости! Где же твой Бог, Моисей? Спасайся, фараон! Держитесь! Держитесь! Фараон! Во вход минуть огонь! Ты меня не остановишь, Моисей. Ты умрешь от моей руки. Тех египтян, что нынче здесь, вы больше не увидите. Узрите же, как Бог вас защищает. Идите же, идите вперед! Идти? Идти? Да, сестра. Идемте, дети, скорее, скорее. Не забудьте повозку!
Я уж думала, она осталась там. Засмотрелась на рыбок. Войско фараона! Они нас догоняют! Я говорил, нас всех убьют. Говорил? Все из-за тебя. Не бойтесь. Узрите спасение от руки Господа нашего. Господи, нет иного подобного Тебе. Насылаешь Ты ветры и волны морские на врагов наших. Ты спас избранный народ Свой, вывел из Египта, избавил нас от рабства. Ты словно орел, что несет на крыльях птенцов Своих. Хвала Богу нашему! В землю обетованную! Так Моисей вел сынов Израиля через пустыню. Много дней они шли и не находили воды. И усомнились. Что это за поход? Ни воды, ни еды. Хочешь, чтобы мы тут сгинули? Что ты за человек такой? Ты хоть знаешь, что делаешь? Жалобы. Все время жалобы. Разве Бог не заботится о вас, как отец о своих детях? Он обещал вам землю, что станет вашим домом, с источниками, тучными пастбищами и тенистыми холмами. Разве все это вам не обещано? Но нам хочется есть. И пить. Жажда замучила. Мы что, уже пришли? И всю ночь раздавались стенания. Моисей, мы голодны. Моисей, у нас нет воды. Зачем ты привел нас в это гиблое место? В Египте нас хотя бы кормили. И поили. Я придумал. Вернемся назад. Если Бог говорит с тобой, скажи ему, что мы тут погибаем. Моей жене тут плохо, это точно. Можешь ты сделать хоть что-нибудь. Если Бог даст воды, перестанете ныть? Ну, да, конечно. Но ведь ее нет. Смотрите, как Бог вас любит. Вода. Смотрите, вода. Вода. Слушай, раз у тебя все выходит, неплохо бы и поесть, а? Господи, они сводят меня с ума. Я не пойму, чего ты хочешь от меня. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я слышал ропот детей Израиля. Утром я пошлю им с неба пищу. Передай им слова мои. Дети Израиля, Бог услышал ваши стенания. Завтра утром вы все увидите.
Мама, отец, смотрите. А утром было вот что. На земле лежала пища, по виду как иней. Это хлеб. Господь дал вам его в пищу. Это манна, хлеб с небес. Собирайте и ешьте. Насыщайте утробы ваши. Благодарю тебя, Господи. По вкусу как мед. Ешьте. Ешьте и в путь. Сколько еще идти, брат мой? Вот туда, к той горе. Да поможет нам Бог. Ну, говори же. А почему Бог не дал нам мяса? Только манна, и все. Манна, манна. Египтяне давали нам мясо. А еще рыбу, огурцы и дыни. Огурцы и дыни — это не мясо. Была и говядина, и телятина. И это было всегда. Ну да, верно. Много разной еды на выбор. Честно говоря, эта манна уже надоела. Надо было говорить самому. Но ведь ты сам нам сказал, что говорить. Господи, что делать мне с этим народом? Я больше не могу. И днем, и ночью только и слышу. Дай мне то, дай мне это. Дай хлеба, дай воды, дай мясо. Господи, тут ведь нет мяса. Усомнился в моем могуществе? Иди и скажи им, будет у них мясо. Благодарю тебя, Господи. Я говорил с Богом. Он даст вам мясо. Не на один день и не на 10 дней, а на целый месяц, пока оно у вас из ушей не полезет. Ведь вы засомневались, ради чего вас вывели из Египта. Так насладитесь же едой. Иисус, мой юный военачальник. Я не начальник, просто сражался во имя Бога. Присядь рядом. Придет день, и ты станешь военачальником. Бог мне поведал, что ты совершишь славные дела для нашего народа. Да ну? Бог говорит мне о многом. Спасибо тебе, Моисей. Спасибо. Передай Аарону и Мириам, чтобы пришли сюда. Слушаюсь, мой господин. Ты посылал за нами? Присядьте, брат и сестра. Сядьте. Вижу, что вы встревожены. Моисей, ты слишком много обещал. Не волнуйтесь, все исполнится. Я знаю, ты думаешь, Бог говорит лишь с тобой, но Он говорит и с нами. Я не припомню, чтобы Он говорил насчет мяса. Даже если ты достанешь всю рыбу из моря, все равно на всех ее не хватит. Было время, вы мне верили. Слушайте меня, дети мои. Я говорю с каждым, кто в меня верит, но открываюсь я Моисею. Я избрал его слугой своим, ибо он самый смиренный из вас. С ним я говорю лицом к лицу. Всегда помните о промысле Божьем. Птицы! Здесь! Они здесь, ибо так сказал Господь. Мясо! Идите. Надеюсь, вам понравится их мясо. Вы наберете его на целый месяц. Вы обо мне? Мне они не по вкусу.
Что за странное место? Тут мне впервые явился Господь. Моисей. Бог хочет, чтобы я пошел туда снова. Мне страшно. Не бойся. Что это? Что это? Идемте. Остановимся здесь. Разве вы не слышите? Это голос Бога. Не бойтесь. Придет день, и вы откроете ему свои сердца. А сейчас мне надо подняться на гору и поговорить с Богом. Будь осторожен, Моисей. Я с Богом. Присматривай за ними, Аарон. Они ведь могут возроптать. Обещаю тебе, брат мой. Спасибо тебе, Моисей. Спасибо. Я пойду с тобой. Ну, теперь я спокоен. Иисус, дальше я пойду один. Я подожду тебя, Моисей. И он поднялся в непроглядный мрак, туда, где был Бог, и оставался там 40 дней и 40 ночей, а облако скрывало славу Господню. Моисей нас бросил. Он не вернется. Он умер. Точно говорю, умер. Он не вернется. Нет, он вернется. А если нет? А вдруг он умер? Что тогда? Мы тут все погибнем. Все до единого. Аарон, сделай нам Бога. Настоящего, который приведет нас в землю обетованную. Да! Да! Я не могу. Не могу это сделать. Сделай нам Бога. Или умри на горе вместе с братом. Или здесь. Вместе с сестрой. Мириам. Бог простит тебя. А Моисей? Срывайте золотые серьги с ушей ваших жен и дочерей и несите Аарону. И все это золото египтян, и серебро, и драгоценности. Вот так. Да? Еще. Аарон сделает нам настоящего бога, золотого тельца. Кому нужен Моисей с его невидимым богом? Не мне и не тебе. Живее, живее. Тащите сюда драгоценности. Бог простит меня за то, что я делаю. Вот ваш Бог, дети Израиля. Будем плясать и петь, и восхвалять нашего Бога, которого мы видим лицом к лицу. Не то, что Бог Моисея. Моисей, я научу тебя, как надо жить. Я дам тебе 10 моих заповедей. Помни их. Обучай им. Обучай им до конца времен.
«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не поклоняйся ложным богам. Не произноси имя мое напрасно. Соблюдай день субботний, чтобы освятить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лги. Не желай себе ничего чужого. Благодарю тебя, Господи. Спасибо тебе. Моисей, что с твоим лицом? Это Бог коснулся тебя. Такой шум, словно на лагерь напали. Это не звуки войны. Это праздничное ликование. На этот раз они зашли слишком далеко. Это Моисей! Моисей? Подумаешь, Моисей. Он нам больше не нужен. У нас теперь свой бог. Взгляните, как сверкает. Видите? Золото. Чистое золото. Золото. Моисей. Слава Богу. Так-то вы воздаете благодарность Господу вашему. Он избавил вас от рабства, вывел из пустыни, раздвинул морскую пучину, чтобы вы не погибли. А вы усомнились в нем. Я призываю небо и землю в свидетели дел ваших. Ну чего тут бояться? Что портится погода? Дождь тоже на пользу, верно? Верно? Здесь-то сухо. Вы не понимаете, что Он вас любит. Он даровал нам вот это. Его заповеди. Все, кто верит в Господа, все, кто на Его стороне, к Нему. Подойдите ко мне. Да. Вы что, с ума все посходили? У нас есть золотой телец. А у Моисея лишь пара камней. Такие тут повсюду. Он говорит, это законы Бога. Но это Моисеевы законы. Он хочет быть как фараон. Он думает, что он лучше нас. Ныне вы станете свидетелями Господнего суда. Господи, прости их. Они жалки. Ты еще гневаешься? Хочешь наказать еще кого-то? Пусть я буду первым. Благодарю тебя. Благодарю. His
Его законы. Они пропали. Я вернусь на гору. Бог даст мне их снова. Но на этот раз, в мое отсутствие, надо построить нечто другое. Вот, у меня тут для вас наставления, полученные свыше. Надо построить ковчег для скрижалей с законами. А еще нужна скиния, чтобы Бог пребывал среди нас. Моисей только делает, что говорит с Богом. Да нас ему и дел нет. Подумал бы лучше о том, куда нам идти. Точно, он нас бросил. Долго ли еще они будут противиться мне и отвращаться от меня, вопреки всему, что я сделал для них? Или лучше мне забыть о них? Нет, Господи, все знают о могуществе Твоем. Казни египетские, разделение вод морских. Так покажи им силу любви Твоей. Прошу Тебя, прости им их грехи ради неизбывной любви Твоей. Я прощу их, Моисей, но ни один из них не увидит земли обетованной, и будут они скитаться в пустыне, покуда не кончится род их. А их дети и дети их детей придут туда без них. Так грехи детей Израиля обрекли их на 40-летние скитания в пустыне, пока не умерло поколение тех, кто усомнился в Боге. Моисей? Там Мирьям. Она... Я знаю. Она умерла во сне. Это хорошо. Все старики отправляются в последний путь. Тебе не больно? Нет. Ведь скоро я увижу лик Господа нашего. Ты лучший из всех братьев, Аарон. Ты помогал мне и всегда был рядом. А мы ведь доставили хлопот фараону, помнишь? Змеи. И те мошки. Пожалуй, мошки были лучше всего. Как они донимали фараона. У Бога отличное чувство юмора. Не печалься, Моисей. Бог нас благословил. Мы его избранные. Скоро народ наш узрит обетованную землю. Это прекрасно. Как Аарон? Он уже с Господом. Скоро с ним буду и я. Но, Моисей, я не могу это понять. Новый мир, он для тех, кто верит, и для тех, кто дерзнет войти в него. Но Господь избрал тебя. Однажды я был недостоин его, и вот справедливо наказан. Он позволит увидеть обетованную землю, но не даст мне ступить на нее. Такова награда моя, Иисус. И это величайшая награда. Но Господь... Рассказывай обо мне своим детям время от времени. О Моисее, смиренном слуге Бога. Моисей... Дай мне в последний раз поговорить с детьми Израиля. Да, Моисей.
Дети Израиля, Бог сказал мне, что я должен умереть в этой земле. Теперь вы пойдете за Иисусом. Иисусом? Все вы перейдете через Иордан и будете жить в земле обетованной. И Господь будет с вами. Он присмотрит за вами. И ни в чем не будете иметь нужды. У вас будет пища и дома. А ваши тучные пастбища будут приносить обильный урожай. И у вас будет много скота и овец. Но никогда не забывайте об этом долгом походе. И никогда не забывайте слова Божьи. Сохраните их в сердце своем. Помните обо всем, что Бог даровал нам. А если согрешите, просите у Него прощения за грехи, и Он простит вас. Почему? Потому что Он всех вас любит. Пора вам перейти через Иордан. Идите в обетованную землю. Ради этого Он и привел нас сюда. Моисей, веди же их туда. Веди их. Веди. С тобой все будет хорошо? Лучше не бывает. В обетованную землю! Вперед! Через Иордан! Я уже иду, Господи. Иду к Тебе. Я готов. Твое место здесь, Моисей. Здесь твое место. И умер Моисей. И никто до сих пор не знает места погребения его. И не было у Израиля пророка такого, как Моисей. Он был единственным из всех, кто знал Господа Бога лицом к лицу. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино».